Итак, это очень серьезная тема. Она дает очень глубокое понимание жизни в целом. И закон карма означает закон, который учит нас жить. Закон сдачи экзамена. Немножко поговорим о тонком строении человека. Спасибо. Так, первое, что нужно знать, кто из вас не слушал мои лекции, поднимите руку. Три человека. Ну ладно, но все равно мы напомним. Придется все равно напомнить о тонком строении человека. Веды объясняют, что существует строение психики человека. Это удивительно знать, что психика имеет свое строение, так же как тело имеет свое анатомическое строение, так и психика имеет свое анатомическое строение. Для нас самым ценным является знание о том, что существует четыре вида психического строения, психических как бы четыре типа тонких тел. Они все взаимодействуют друг с другом, и в целом это называется вместе, вся структура называется линга шарира, то есть тонкое тело, переводится буквально в смысле слова на русский язык. Линга шарира имеет в центре ум, ум — это основа психического тела, это основа, то есть он полностью контролирует деятельность организма, всего нашего ума. И ум, внутри тонкого тела ума находится карма. Там находится структура психическая, мы ее тоже будем разбирать, от которой зависит наша судьба. Значит, есть разум, ум, то есть ум в центре, да? Разум над умом. Он управляет нашей жизнью. И разум дает возможность нам изменить свою судьбу, свое тонкое строение, в том числе психическое строение дает изменить разум возможность. И поэтому разумное существование является основой жизни. Ну то есть у животных разум спит. В зависимости от развитости разума, эволюция зависит от развитости разума. С точки зрения развитости ума, то у животных в некоторых функциях ум более развит, чем у людей. Например, взаимодействуя с чувствами, то есть чувства приносят счастье человеку. Чувства — это щупальца ума, они нужны для того, чтобы приносить счастье. Допустим, от зрения мы испытываем счастье. Я вижу тебя, громкая тумана. И сразу умеет совсем не то, и сразу солнышко встает. То есть это означает счастье. То есть человек увидел что-то, и он испытывает счастье, да? Это означает зрение. Но орел видит в сотни раз сильнее, чем человек. И он счастье от зрения испытывает гораздо больше, чем от чувства зрения. Допустим, чувство обоняния. У собаки развито в 1000 раз больше, чем у человека. Я как бы, когда прохожу с пищей мимо собаки, которая живет у нас во дворе, она уже знает, что там внутри лежит. Раньше, чем я подошел к ней, она уже унюхала, что там внутри. Она точно знает, что там лежит. В отличие от нас. И животные, они по запаху определяют, пища подходит или нет. И не надо париться там, изучать это все по специям. Вот они просто понюхали и все. Они сначала нюхают, потом едят. А мы сначала едим, потом нюхаем, что там получилось. Вот, понимаете? Как, с этой точки зрения деятельности ума мы не сильно продвинулись, понимаете? То есть у нас ум не совсем развитый. С точки зрения ума он у нас развитый, конечно, но не в такой степени, как хотелось бы. Потому что животные нас обшкакивают во всех отношениях. Да? Или нет? Слух у кого развит? У какого животного лучше, чем у человека? Слух. У всех животных практически. У всех уже перечислили.
Дальше чувствовать осязание, да? Тактильная чувствительность. Тоже лучше развитого животного, чем у человека. Чувство вкуса, как мы отдыхаем по сравнению с животными, отдыхаем вообще. Как у них чувство вкуса развито. Животные, когда их кушают, свинья, допустим, когда кушают, она так вообще балдеет. Даже я не смогу скопировать эту эмоцию, как она ест. Так вкусно, супер просто вообще. А мы... Нам что-то не хватает. Она просто какашки ест с большим удовольствием, столько счастья испытывает. А мы не можем такого счастья от вкуса испытывать, так? Или вы думаете, можем? Нет. Знаете, к чему я это все вам говорю? А к тому, что если человек хочет жить, испытывая счастье от этого мира, то ему в человеческой форме жизни осталось одну только жизнь, вот эту вот прожить. А дальше он будет уже в теле животного жить. Почему? Потому что самое большое счастье от этого мира можно испытать только в теле животного. Причем человек не может, животное не настроено испытывать какой-то один вид счастья, понимаете? Какой-то один вид счастья. И это объясняет, что тонкое тело ума называется телом желания. Как есть фильмы «Трансформер», да? У нас там «Трансформер» постоянно происходит. То есть мы там «хочу секса», там постоянно человек думает. Все, у него уже «Трансформер» идет внутри. То есть он хочет чего-то, у него там меняется. В какую сторону? В сторону обезьяны. Потому что обезьяне тело предназначено для секса. Оно полностью приспособлено 5-6-7 раз в день по часу без проблем. Никогда нарушений нет никаких. Все классно получается. Тело обезьяны. И обезьяны как знакомятся друг с другом? Сразу показывают, как бы, о чем речь. Допустим, кушать каким не наедаемся? Пожалуйста. Тело коровы, свиньи. Там. Кушаем. Корова кушает весь день, на ночь, ночью пережевывает. Постоянно кушает, она не останавливается. Пожалуйста. Не высыпаемся, допустим, тело медведя. Выспались полгода, году. Нормально. Допустим, летать хочется, пожалуйста, тело орла. Летаешь всю жизнь. Так? А если, допустим, увлеклись акваланками, тогда дельфин, тело дельфина. Пожалуйста. Все виды счастья в этом мире уже совершенным образом устроены. Человек никогда не сможет водой так наслаждаться, как дельфин. Никогда. Это невозможно. Он... Днем и ночью, другой. Понимаете? А мы сами плавали чуть-чуть там и все. Несерьезно. Сразу возникает вопрос, для чего же нужно человеческое тело? Для чего мы родились в человеческом теле? Это надо задать себе такой вопрос. Для того, чтобы устроиться поудобнее в этом мире? Нет. Здесь не устроишься поудобнее. Все страдают. Почему? Потому что этот мир не предназначен для счастья. Он предназначен для учебы. Для учебы. Учеба означает деятельность разума, изменение разума. Мы с вами будем изучать сейчас, что такое разум, что такое ум, что такое чувство. И очень важно все знать, потому что иначе мы не понимаем, где мы живем и как. Веды говорят, настоящее знание – это знание, которое меняет жизнь человека, а не то, которое учит там побольше денег зарабатывать. Там, по сути, это ничего не меняется, все то же самое. Можно заметить, что люди, которые достигают очень высокого положения в обществе, с точки зрения развитости их жизни, она очень низко развита часто бывает, потому что они делают то же самое, что и все остальные, просто более рафинированные. Ну, допустим, я, вот Веда объясняет, смотрите, я кушаю хлеб с молоком, он кушает, допустим, навороченную булку какую-то с навороченным молоком, так уж лучше есть обычный хлеб с обычным молоком, это... Что ближе к природе, то лучше. Не факт, что эти навороченные какие-то блюда, они как бы лучше,
Не факт. Простые люди, которые на Земле живут, питаются гораздо лучше, потому что все, что создано природой, все, что ближе к Богу, то вкуснее и лучше. Так? С этой точки зрения наш прогресс научно-технический, к чему он? К чему он нас приводит? Мы, допустим, ездили на машинах, а могли бы просто ходить по Земле. Дальние станции сойдут. Права по пояс, без меня утратится с другой мест. Растает лето шуми городском. Понимаете? То есть совсем так лучше жить гораздо. А так, если ты зад, ты деловой человек, ты не сможешь на дальней станции сойти, потому что некогда. И надо мозгами шевелить, а то кто-нибудь тебе что-нибудь сделает не так. Итак, видите, не факт, что вот эта вот жизнь, к которой мы стремимся, является той, которая приносит человеку полное удовлетворение и счастье. В Ведах это все подробно описано. С самого начала они описывают именно этот аспект, для чего мы живем никак, и что из этого получается. Если у вас есть очень много сомнений по этому поводу, то у меня нет никаких сомнений по этому поводу, никаких сомнений. Я уже точно хорошо четко понимаю и вижу, что, к чему, когда в этом вопросе. Не то, что я совсем все точно и хорошо понимаю, но в этом вопросе нет проблем. Надо стремиться к деньгам или нет, надо стремиться к славе или нет, надо стремиться к учености, обычной вот этой вот там менеджмент, философия, там это, расчеты, там все юриспруденция. Надо мне к этому стремиться или нет? Я точно знаю, что мне не надо. Это не приносит больше счастья человеку в жизни, не приносит. Для того, чтобы зарабатывать деньги, хорошо. Но сколько именно зарабатывания денег в нашей жизни должно быть? Вот в чем вопрос. Потому что люди думают, чем больше, тем лучше. Вот это и есть ошибка уже мышления. Ошибка мышления. Она тотальная сейчас. Так это было. Присказка, не сказка. Сказка будет впереди. Значит, теперь давайте будем изучать тонкое тело. Это важно, потому что мы должны понять, о чем речь. Итак, пять чувств. Пять чувств. Чувство слуха, самое главное, оно связывает ум с разумом. Оно живет для разума, звук живет для разума. Интересно устроен звук. Звук содержит в себе все. Информацию о человеке. Вот, допустим, я говорю вам слова какие-то определенные. Но вы слышите не слова, вы слышите мое сердце. Многие об этом не знают. Некоторые думают, почему я слушаю, не могу оторваться. Ну, потому что речь идет о сердце. Понимаете, речь идет о сердце, а не о словах. Допустим, люди влюбленные знают, что... Какие старые слова, и как кружится голова, и как кружится голова... Ну, то есть слова те же самые, а эффект другой, да, в сердце вот здесь вот происходит эффект, так? То есть звук влияет на сердце. Разум находится в сердце человека. Есть три как бы отделения разума, тонко-материального, но только одно отделение духовного разума. И мы с вами души, душа находится в области сердца, там находится духовный ум, духовный разум. Ощущение себя как личности тоже духовное находится в сердце. Поэтому эта зона самая главная в нашей жизни, вот здесь. Некоторые живут вот здесь, вот, думают, здесь самое главное. Понимаете? А некоторые живут здесь. Вот это надо починить этому. И тогда будет все правильно в жизни. Итак, разум, то есть ум. Основа нашего существования, разум, это то, что ведет нас вперед к счастью, к светлому будущему. Эгоизм – это чувство себя как личности и ощущение, что мне надо. Ощущение себя и ощущение, что мне надо. Два ощущения – эгоизм. Есть истинный эгоизм. Душевный эгоизм, духовный эгоизм, нами многими непознанный, непонятый. Мы не знаем, что душа испытывает
величайшую радость и счастье, только живя не для себя. А когда душа покрывается эгоизмом материальным, ее вся среда заставляет жить для себя. Мы не можем здесь не жить для себя, потому что даже мы не сможем не есть, не дышать. Мы не сможем здесь не спать, это тоже жизнь для себя. Мы спим, когда ничего не делаем кому-то, нет? Просто спим для себя и все. Понимаете, то есть вот мы скованы этой жизнью для себя здесь, в этом мире. Но в духовном мире, который отличается от материального, душа живет всегда только не для себя. Здесь, в этом материальном мире, душа, она в полусне находится. В полусне. Душа имеет сознание. Сознание пропитывает все наше существование. Сознание находится в разуме, в уме, в чувстве собственного достоинства. Сознание находится в теле. В чувствах также сознание находится. И сознание, если оно в телесную жизнь уходит, допустим, мне больше телом, мне надо заниматься телом больше, то туда вместе с сознанием уходит эгоизм. Потому что все, что связано с материей, там всегда эгоизма больше. Чем больше там сознание, все, что связано с материей, то больше там эгоизма. Чем больше эгоизма, тем больше страданий. Эгоизма имеется в виду неправильного, ложного эгоизма. Ведь называют это аханкара, ложное эго. Так, смотрите, ум, разум, эгоизм. Три. Мы говорили, что есть четыре, да, составляющие тонкого тела. Четвертая составляющая – это энергия человека, психическая энергия. Понятно? Энергия – это та, куда направляем свои усилия. У нее есть свои каналы психические в нашем теле, в энергии. Но эти каналы, по сути, находятся внутри тонкого тела ума. Поэтому, по факту, есть только три главных составляющих тонкого тела. Это ум, разум и эгоизм. Три основные составляющие. И пронизывает энергия. Четвертая составляющая. Теперь, все эти четыре составляющие не умирают. Они остаются, пока мы живем в этом мире материальном. Они остаются с нами. Душа в центре, я душа. Как некоторые меня спрашивают, а какая мне разница, где моя душа будет жить в следующей жизни? Так, мой хороший, не моя душа, это ты душа вообще-то, ты душа. Понимаете? То есть это я, душа говорит сейчас, понимаете? Душа говорит. Душа все это делает, смотрит на этот мир, душа через тело. Как водитель смотрит через машину, и, допустим, кто-то по машине идет, а он очень сильно привязан к своей машине. И он выскакивает из машины и говорит, ты зачем меня ударил? Машину тут ударил, не его. У него разрыв сердца от этого. Его самую любимую машину. То есть он уже привязался к этой машине. Его эгоизм пропитал. Причем интересно знать, что если вы спите, и кто-то подойдет к вашей машине, то вы проснетесь. Потому что тонкое тело же, оно связано все. И вот у нас тонкое тело пропитывает все, что с нами связано. И это означает страдание. Почему? Потому что материя, она как действует? Надо узнать, как действует материя. Мы живем в материальном мире. Душа, духовная по своей природе, должна жить в духовном мире. Как действует энергия в духовном мире? Время, главная сила – это время. Время движет все в этом мире. Это главная сила. Время движет все в этом мире. От молодости к старости идут циклы. Сначала мы рождаемся, так, потом мы взрослеем, потом стареем, умираем. Циклы. Так? Дальше мы не знаем, что происходит. Веды говорят, что дальше точно так же, как человек спит, так тонкое тело пребывает в таком сначала полуосознанном состоянии, потом она опять рождается, и вот так циклами живет. Но когда душа начинает активно жить, как душа, что значит жить, как душа? Служить всегда, служить везде, до дней последних солнца, служить и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце» или «Светить всегда, светить всех везде», понимаете, до дней последних. Это жизнь души уже. Когда человек начинает жить как душа, то в этом случае со смертью тела сознание не угасает. Потому что душа, она может очень сильно, ярко осознавать себя также и вне тела.
В этом случае ей не нужно уже нового тела, она отправляется в духовный мир. Когда духовная жизнь развилась у человека, ему уже не нужно материального тела, которое приносит страдания. Почему? Потому что время в материальном мире все старит. Все предметы, смотрите, все стареет вокруг, ничего не молодеет. Так вот? Ребенок рождается, он молодеет потом или нет? Кто считает, что молодеет? Он стареет. Но почему он растет, когда развивается, становится красивым? Почему? Потому что душа, она хочет жить. И это означает, что она как бы сражается со временем. Она берет свое. Но когда, допустим, человек очень больной, ему трудно развиваться, он может постареть раньше даже, чем положено. Почему? Потому что не может жить душа в этом теле, не хватает силы. Есть только миг между прошлым и будущим. А в духовном мире нет прошлого и будущего. Все живут только в этот миг. Смотрите, когда человек живет в благости, то у него вот этот миг жизни в настоящем постепенно разворачивается все больше и больше. Ему самое ценное время – это время сейчас. Поэтому он не хочет сейчас делать глупости. Почему человек не грешит? Потому что он сейчас не хочет делать глупости, потому что он живет сейчас. Он осознает, что сейчас я живу, и сейчас самое главное время в моей жизни. Понимаете, это означает осознанное существование. Люди в страсти живут в будущем. Завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Самая лучшая песня из света, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Птица счастья вашего дня прилетела, выбери меня, выбери меня, выбери меня. Это страсть, жизнь страсти. Жизнь невежества живут в прошлом. Это радио Шансон. Белый лебедь на пруду. Роняет падшую звезду. На том пруду, куда тебя не приведут. Такой, знаете, такой спор. Это означает невежество. Люди в невежестве, они не верят в счастье в этом мире, поэтому они гребут все себе, живут сегодняшним днем, якобы, да? Сегодняшним днем. Что дальше трава не расти, да? Гуляй, веселись, но как они живут сегодняшним днем? Они растрачивают жизнь. Они не создают свою жизнь, а растрачивают. Почему? Потому что они не верят в этот мир. Не верят ему в сердце своем. Люди страсти верят в этот мир. Они считают, что здесь есть счастье в этом мире. Есть счастье. Они живут для счастья в этом мире. Понимаете? Люди страсти. Люди благости верят, что есть счастье. Но счастье, когда мы сдаем экзамен, когда получаем. Так? Видите, оказывается, не все так просто. Благость означает духовное знание на первом месте и материальное на втором. Страсть означает материальное знание на первом месте, духовное на втором. А невежество означает, мне не нужно никакое знание. Как хочу, так и живу. Понимаете? Разница. Все связано со знанием, оказывается. Знание. Это основа жизни, знание. Вопрос, к какому знанию мы стремимся? Это очень важно знать. Допустим, как живет собака? Она живет настоящим, это факт. Но она к чему стремится? Она просто хочет наслаждаться этим миром. Поэтому постоянно ищет наслаждение, бегает. Ищет наслаждение. Так? Тело человек в страсти теперь. Посмотрите, как он живет.
Целый день на белом свете все куда-то колеся. Идут взрослые дети на работу в засад. Едут в баню и аптеку, едут тещи на обед. Что же будет с человеком через 10 тысяч лет? Так все бегут куда-то, куда они бегут. Они ищут счастье, тоже спешат. Собаки это делают более скованном пространстве, небольшом. Человек уже летает, за счастьем летит. Да? Человек летит за счастьем за своим. Куда идти? Кучугуры. Ну, это самый лучший вариант. Кучугуры — это зашифрованное слово. Такое зашифрованное слово. Куча гуру. Гуру означает наставник. Духовный учитель. Куча гуру. Все нормально. Ну ладно, так немножко мы веселимся с вами. Итак, душа находится в центре сердца. Вокруг души находится шарик такой. Это то, как я вижу. Но это описано, в принципе, похоже, описано в Священном Писании, но не так подробно, как я этому говорю, потому что я так вижу. Как вижу, так и говорю, что есть шарик вокруг души. Этот шарик на санскрите, то есть в Священном Писании, обозначается как раз узел кармы, он переводится, или, можно сказать по-русски, глубинная память, или Мохабхава переводится на санскрите. Мохабхава означает океан кармы по-другому. То есть там находится карма, в этом узле. Там собрана глубинная память о прошлых жизнях нашей. И внутри душа, она смотрит на этот мир через призму кармы. Если карма тяжелая, допустим, человек кого-нибудь прирезал, у него карма сгустилась, стала тяжелой. В результате он смотрит, как на этот мир. Все враги, да, становятся. Если у человека, он делает добрые дела, узел кармы очистился, да, стал чистым. И он как смотрит на этот мир? Смотрит глазами оптимизма, счастья глубокого смотрит на этот мир человек. Когда у него чистое сердце. Чистое сердце означает карма и душа. Две вещи, душа и карма. Понимаете? То есть он смотрит через карму. Глазами своей судьбы человек смотрит на этот мир. И ничего не сделаешь с этим. Поэтому говорится ведь, надо совершать добрые дела, чтобы смотреть на этот мир правильно. Глазами чистым взглядом надо смотреть. Глазами святого человека, чистого. Святое означает светиться, означает хочет служить. То есть помогать другим. Не хочешь жить для себя. Итак, в ведах описано, как устроен ум. Можно сравнить его с озером. Патанджали Йога Сутра описывает, сравнивает с озером ум. То есть волны озера, это наши мысли. Есть толща воды, это подсознание или глубокая часть ума. Я изучал это серьезно, изучил вот это вот подсознание, воспринимает это таким образом, что там, где волны мысли, дальше идет вот этот вот слой, 1/3 воды, вот этой вот, верхняя треть воды, означает связь с характером. Там находится характер человека. У меня такой характер, ты со мной не шути. Вот там находится характер. Дальше средняя часть воды, озеро ума. То есть мысли сверху. То есть то, о чем мы думаем, это вообще просто. Там уже мы ничего не понимаем в себе. Многие не знают свой характер. Особенно женщины не знают. Что женщина же с характером скрыт, красотой. Некрасивые все, а характер находится где-то.
под красотой. Там трудно даже узнать, какой у меня характер женщины часто. Когда она женит, она говорит, на нее, какой у меня характер. А так она хорошая, пока я замуж не вышла. Ну, мужчины тоже такие же, тоже хорошие все, пока они женятся. Ну ладно, это уже другой вопрос. Об этом тоже поговорим. Итак, дальше смотрите. Средняя часть, да, это все, что связано с контролем организма. Там находятся болезни наши и здоровье. Там саморегуляция организма. Средняя часть озера ума. Толща воды, средняя часть толщи воды. Дальше, ближе к илу. Там находится то, что связано с нашей судьбой. То, что влияет на окружающих людей. И ниже всего находится ил. Так вот этот ил, озеро ума, это как раз этот шарик, в котором находится душа. Там находятся узелки кармы, песчинки. Песчинки ила называются узелки кармы, карма-васана. Васана означает узелок. Это санскритский термин. Видите, я говорю буквально, как это на санскрит называется. Эти песчинки состоят из многих поступков, которые мы совершаем. Допустим, одного убил, второго убил, третьего убил, четвертого убил, пятого убил. И не за одну жизнь, допустим. А что страшно-то, сколько мы убиваем тараканов, муравьев каждый день? Комаров? Это все копится в один узелок. Вот сколько мы кого бы не убили, все в один узелок копится. Видите, уже не страшно. Уже нормально. Опять же, преступление. Тяжесть преступления существует, означает, сколько в узелок пойдет. Или маленькая капелька в узелок попадает, или большая такая капля. То есть уже зависит от того, насколько цена жизни, которую ты уничтожил, насколько она цена. Жизнь растения менее всего цена, потому что растение спит, оно само не ценит свою жизнь. Жизнь кузнечика больше ценится, чем жизнь растения. Жизнь пресмыкающего еще больше, там, птицы еще больше, и так далее, и так далее. Домашнее животное больше всего ценится жизнь, и потом же человека еще выше. А еще более возвышенные живые существа в этом мире, которых мы не видели, не знаем. Почему? Потому что мы недостойны. Не потому, что их нет. Покажи мне этих ангелов. Вот. Тебе, чтобы их показать, тебе надо сначала мордисты очистить, мой хороший. Потому что если ты хоть одного ангела в жизни увидишь, ты уже дальше жить не надо будет. Да вся жизнь будет уже сделана. Вопрос заключается, за что тебе это все видеть? Ты не заслужил. Знаете? Но Гелик думает, да мы тут главные на земле, что ли? Если вы хотите понять, про кого я говорю, вот когда на завтра летите на самолете, посмотрите бизнес-класс. Я часто летаю там. Ну что ты, проходи быстрее, ну не мешай мне сидеть. Крутые люди такие, да. Очень разумные. Вот, ну то есть, они добились всего, ну что вы нет, добились всего в жизни, что надо добиться. И поэтому сидим в бизнес-классе, а так как эти тут прямо. Вот такая у нас интеллектуальная развитость. Вот, то есть, идея в чем же это? Как раз то, к чему стремились большевики, понимаете? Как раз то, чего хотели мы, это все в бизнес-классе. Но вопрос потом, кем они будут в следующей жизни? Там уже будет не бизнес-класс, понимаете? Вот в чем вопрос-то заключается. Светы говорят, настоящий разумный человек смотрит туда, где будет следующая жизнь, а не туда, где это происходит. Потому что сколько этой жизни-то осталось, мои хорошие? Не так много, да и никто не знает, сколько на самом деле. Вот в чем вопрос. Мы должны думать о будущей жизни. Это не означает страсть. Страсть означает нагребать здесь, в этом мире. Но это говорят, что мы не останемся в этом мире. Мало кто родится на земле в следующей жизни. Мы здесь временно. Проезда.
Надо говорить не с приездом вас, а с проездом вас. Ну ладно. Итак, озеро Ума, да? Озеро Ума, в середине, внизу Ил. Вот этот Ил и есть энергия кармы. Самое страшное, что мы все за все поступки должны отвечать. Причем отвечать так же, как вот сколько страдали вокруг нас, столько мы будем страдать за это. Веды говорят, что этот мир соткан только из справедливости. Здесь нет и тени несправедливости. Здесь все закономерно и все структурировано очень глубоко и продумано очень глубоко. А почему мы этого не видим? Да потому что мы тупые. Хотите, я вам сейчас это докажу очень быстро. Насколько мы тупые. Сейчас я вам докажу прям секунду. Хотите? Вот смотрите, давайте расслабимся. Сейчас расслабимся, чтобы лучше работала система. Смотрите. Когда у нас клетки работают внутри, клетка, одна клетка, она по структуре в миллиарды раз сложнее, чем самый сложный завод. Миллиарды раз сложнее. Это вам говорят ученые-микробиологи. Они говорят, вообще заводы эти отдыхают просто. Сравню с клеткой, одной клеткой. И теперь расслабились, и пища, да, движется внутри. Мы знаем, как она движется там? Не знаем. Мы знаем только, когда это уже. А пора на лекцию вообще-то идти. Надо выбирать на лекцию, что ли это. Ну ладно, 5 минут опоздаю. Это потому что узнал поздно, понимаете? А иначе не знал. Это вся проблема. Теперь меня расслабились. Кто этим всем управляет? И у нас внутри возникает сразу ответ. Автоматически все происходит. Автоматически. Вся система вот эта вот работает синхронно, сглажена, каждая клетка одна с другой взаимодействует. Ничего лишнего нет. Если нет, если есть, отрезаю. Вот. Так? Ничего лишнего нет. Если нам по судьбе не положено лишнее что-то иметь. А так все должно быть очень хорошо устроено. И работает отлажена вся система. Кто управляет всем? Мы думаем. Автоматически, Олег Геннадьевич. Ну где вы такое видели, что все автоматически в этом мире происходило? Машина пусть она автоматически в стол двигается. Сделай хоть что-то, найди хоть один автоматический процесс в этом мире, такой сложный. Хоть один автоматический процесс такой сложный, найди. Невозможно найти. Но как же тогда это все автоматически действует? И это говорят, что вот здесь, в области сердца, за душой, душа в шарике вот в этом, да, находится, а за душой находится Господь. Вот таких размеров я дописываю. На духовном плане, не на тонком, а духовном. Его видят йоги вот таких размеров. Знаете, каких размеров? От мизинца, основания мизинца у человека, до основания большого пальца. Вот таких размеров. У каждого человека свои размеры. И это говорят точно так же, как все на Земле видят Солнце, одно и то же. Солнце светит одинаково для всех. Точно так же и сверхдуша называется параматма. Атма означает душа, парам – атма. Парам означает высшая душа, парам – атма. Находится за душой. Есть такие разные произведения ведические, они аллегорически описывают все это. Они говорят, на дереве тела сидят две души. Одна просто атма, другая парам атма, сверхдуша. И душа, она смотрит куда? Она смотрит на плоды жизни своей. То есть она смотрит на то, что происходит. Да? Она смотрит и наслаждаться хочет этим миром, клевать плоды. И это говорят, эти плоды этого мира всегда имеют один и тот же вкус. Хоть мы и ищем новый вкус, но всегда один и тот же. Сначала сладкий вкус идет, потом самый последний, какой мы изучали утром? Горький. Сначала сладкий, потом горький.
И поэтому этот мир, он не ведет к счастью, понимаете? Всегда горький вкус в конце. Мы встречаемся, допустим, поженились, да? Сладкий вкус. Потом старенький, мы какой вкус вместе. Сзади так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь, да? Сколько дней осталось, как снять усталость? А сначала были другие песни были, сначала другие. Пора, 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 прыгаемся на своем веку. Песни поменялись с возрастом, так? Вот так все живут, это не только там один человек так живет, все так живут. Слизкий человек поет, он поет о том, как он живет. Как устроена интересная эта жизнь, смотрите. Карма, вот это та штука, которая нам создает проблемы. Вот там вот, вот смотрите, узелок кармы этот выходит наружу, когда маленький такой. А так как он имеет какую энергию? Он имеет энергию судьбы, судьбоносную энергию. Он сразу, как только выходит, начинает влиять куда? Вокруг, на судьбу человека. Да? Росла, как придорожная трава. Да? Девчоночки, обычные. Потом, когда у нее карма вышла определенная, она созрела, она стала красивой. На нее все стали смотреть. Так? Почему? Потому что вот эта энергия судьбы, она каким образом действует? На нее теперь надо смотреть в это время. А потом приходит время, и на нее уже не надо смотреть, все. Никто не смотрит. Затянулась паутиной, была старинная вода, ведь была как паутина, я когда-то молодой. Уже другие песни совсем. А за окном бушует месяц май, и кружит луна танцы, а губы шепчут мне прощай, глаза глядят останься. Видите, разница какая, да? Почему? Вот сейчас объясню, в чем разница сейчас. Почему такой эффект разный? Чуть-чуть пошире, вот такой, опа, другой эффект. Сейчас объясню. Смотрите, единицу времени. Время действует таким образом. Все возрастающий эффект страдания идет. Все возрастающий. То есть маленький ребенок, он родился, ему хорошо, и всем вокруг тоже хорошо, потому что он излучает счастье. Его можно попу поцеловать и так понять. Так. Хороший мой. Так? Но бабушку старую никто так не трясет. Хорошая моя. Бабулечка, красотулечка. Никто не трясет. Непонятно почему, сейчас объясню. Смотрите, вот карма-васаны, да, у ребенка почти не выходит наружу, поэтому через ребенка можно увидеть душу, спящую душу. Душа и у нас тоже такая же спящая, мы тоже спящие души в этом мире. Почему? Потому что мы не служим, мы хотим жить для себя. Когда душа начинает трудиться для других, она пробуждается. У ребенка тоже душа спит, но так как карма не выходит, поэтому мы видим душу. Мать смотрит в глаза. Ребенка, и что она видит? Чистоту. Почему? Потому что карма не выходит еще. И она думает, господи, какое чудо у меня родилось. 100%, что у меня ребенок индиго, 100%. Ну, совсем не там, индиго он орет, как скотина. Вот, а у меня индиго не орет, а плачет. Просто плачет и все. Ну, как скотина орет. Вот, это означает... Видит душу, да? Вижу я рассвет в твоих глазах, да? И приносишь мне рассвет. Сейчас объясню, это мы дойдем до этого тоже. Итак, ребенок взрослеет.
И она обнаруживает, мать, что чуть-чуть он как-то испортился. Наверное, муж плохо влияет. Я-то хорошая сама по себе. Но муж это плохо влияет, на него начал баловаться. А у нее просто карма больше выходит с каждой минуты времени. Больше, больше, больше. И потом наступает момент, и человеку уже тяжело под гнетом этой судьбы, и он уже сгибается такой, ну тяжело, тяжело, тяжелее, тяжелее жить в этом мире. И он думает, скорее, я уже не могу, все. Карма все больше, 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 и не все время действует. Зачем? Зачем так устроен этот мир? Чтобы показать нам, что здесь делать нечего. Надо сматываться отсюда, сматываться. Здесь делать нечего, надо жить в духовном мире. Там, где нет, где они действуют по-другому, в духовном мире, так, как мы хотели. Все возрастающее счастье в духовном мире. Чем больше живые существа там живут, тем больше счастья они несут. Потому что еще больше, и бесконечно. Это бесконечно возрастает. Потому что там есть разные духовные планеты в духовном мире. С каждой новой планетой все больше и больше и больше счастья. Это описано Ведами. Почему? Потому что там все служат. Служат означает отдают. Там все созданы из отдачи. Здесь все берут, поэтому все уменьшается. А там все отдают. Понимаете, мы чем больше действуем, тем больше гробим эту землю. Так или нет? Если в Краснодарском крае, в Краснодаре водохранилище неделю не сделали, климат был бы лучше. Сделали водохранилище, блин, хуже стало жить, так или нет? Хуже. Хуже климат. А был лучше. И так далее. Мы построили город, допустим, Москва, самый лучший пример. В центре Москвы жить невозможно. Живые проспекты и башни старинные – это Москва. Но сейчас никто так не поет, понимаете? Почему? Потому что город стал ужасным, трудно переносить там жить. Очень тяжело. Там 7 лет прожил, знаю. Просто есть с чем сравнить. Я сейчас живу просто на земле, простой бачушке, платил небольшую аренду, поставил очушка, курица вокруг. А все, что создано Богом, приносит счастье, мои хорошие. Если машина едет, там на улице ночью там эти сигнальные системы всякая. А курочка, она сигнальную систему другую дает. У нас каждый вечер там. Ну, такое, такие звуки, нормально. Не портит сознание, вы понимаете? То есть не вызывает какое-то отвращение. И утром в 4 утра. Классно вообще? Даже будильник не нужен. Так или нет? Видите, то, что создано Богом, оно совершенно природой в ней. Курица создана Богом. Трава создана Богом, дом создан Богом, нет? Жить тяжело, так? Вот там большой мы тут, курятники, да, большой, инкубаторе. Почему инкубаторе? Потому что, смотрите, у всех же есть тонкое тело, а тонкие тела связаны. Допустим, если сосед смотрит, мертвый не потеет, допустим, да? Он у тебя это действует. Потому что что такое настроение плохое? Потому что он смотрит, мертвый не потеет. Телевизор. А если смотрят 50 соседей в одном доме, мертвые не потеют, то можно выпрыгивать из форточки уже. Почему? Потому что страшно так жить. Это называется инкубатор, понимаете? То, что создал человек. Почему? Потому что мы тупые, мы не знаем, что есть тонкое тело. Мы же связаны друг с другом на тонком плане все. Вот вы сейчас создадите духовный город здесь. Смотрите, вы весь день будете заниматься тем, чем человек должен заниматься в своей жизни больше всего. Вы удачливые живые существа, потому что вы приехали делать самое главное в жизни. И говорят, самое главное в жизни – это изучать, как жить правильно. Это то, для чего человек живет. И у нас так мало времени, а вы сейчас 2 недели будете жить это дело. И вы создадите пространство определенное. И в этом пространстве потом из него не захотите уезжать. Как один человек мне сказал в прошлом фестивале, говорит, а можно я здесь останусь еще на 1 день? Я говорю, останься, только сюда приедут уже другие люди. И через 2 дня здесь будет другое пространство уже. Понимаете? Вот в этом заключается, как бы, идея. Итак, карма действует таким образом, что
из этого глубокого слоя, этой толщи воды, когда узел туда заходит, он начинает действовать на всех вокруг. Раньше, чем мы догадываемся, волны-то сверху. И поэтому меня хотят бросить, меня не любят, меня хотят уволить с работы. Я начал болеть. Смотрите, я начал болеть, не знаю чего, некоторые думают, ну что я такого плохого делаю? О чем? В чем проблема моего характера, что я болею? Смотрите, характер выше, болезнь глубже. Означает, болезнь не в основном дается человеку не от характера, хотя и характер может создать болезнь. Это от неправильного поведения могут быть болезни, так? От неправильного понимания вещей. Но в основном болезни возникают от кармы. Пришло время болеть, человек болеет. Из глубины кармы. Пришло время. Что значит пришло время? Сейчас объясню. Время воздействует на нас через объекты, обладающие мощным сгустком тонкой энергии. Это монстры тонкой энергии, которые нас окружают, они на нас действуют судьбоносно. Этими монстрами тонкой энергии обладают, являются планеты, которые нас окружают. Потому что каждая планета имеет тонкое тело, психическую энергию. Каждая планета управляет какое-то живое существо, высшее живое существо. И оно имеет свой характер тоже. Юпитер свой характер имеет, Венера свой характер. И эти вот древние люди, которых мы считали, мы их так считали, да, что они типа тупые люди там, древние. Они создали науку астрологии, в которой мы умные, не тупые, а умные, не понимаем. Мы не понимаем, что такое астрология, мы не понимаем, что эта наука означает характер планеты, а не положение в небе. Это астрономия. Положение тела, а астрология — это характер планеты. И как это влияет на нашу судьбу? И оказывается, есть карта астрологическая. Что это значит? Ученые древние заметили, что когда душа вместе с тонким телом попадает в яйцеклетку, в это время отпечатывается пространство. Происходит взаимодействие тонкого тела с грубым и отпечаток на психику, на всю жизнь. А второй отпечаток, когда выходит из защитной оболочки матери, тонкое тело с грубым вместе выходит, еще один отпечаток. И восприятие всей жизни идет через то положение планет, которое было при рождении. Каким ты был, таким ты остался. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что действует вот это вот отпечаток, оставляет на человеке вот эту. Но в результате влияния разума человек может поменять все. Как это происходит? Сейчас объясню. Если мы разум произносим духовные звуки, то меняется пространство вокруг души. Душа начинает пробуждаться, и она эту карму начинает сжигать. То есть сверхдуша, душа поворачивается к сверхдуше. Как мы говорим, две птицы на дереве. Одна смотрит на плоды, а вторая сверхдуша смотрит на душу с любовью. И думает, когда же ты ко мне повернешься? Потому что сверхдуша или Бог, это представительство Бога в нашем сердце, является самым близким другом для души. Мы ищем друга, думаешь, я одинокая, мне нужен друг. Вот друг уже там находится внутри. Но мы не хотим на него смотреть, потому что мы хотим здесь счастье искать, а не внутри себя. Смотрите, есть два типа людей. Одни ищут счастье снаружи. Это называется внешне направленные поверхностные люди. Неразумные, неразвитые внутренние. Есть внутренние люди, которые ищут счастье внутри. Означает не шизофреники, как говорят психиатры, не шизофреники. Кто счастье внутри ищет? Те, кто понимает, что я являюсь причиной всех своих проблем. Если вы хотите понять, что такое судьба, посмотрите на всех своих родственников, друзей, знакомых. Это ваша судьба. Не они как бы козлы мне судьбу делают, а ваша судьба изнутри
создало такие отношения через этих людей. Они являются орудиями в руках судьбы. Теперь вы можете спросить, задать вопрос себе, очень ценный вопрос. А мог ли этот человек рядом со мной вести себя по-другому? Нет, это невозможно. Да, если бы он стремился к Богу, то тогда он бы по-другому себя рядом с тобой вел. Но это не твоя заслуга. Это называется милость. А милость мы не оцениваем, понимаете, дальний конюх в зубы не смотрит. То есть это милость, и на милость рассчитывать нечего. Вот все, что мы видим вокруг себя, это и есть наша судьба. Вот посмотрите на всех, кто вас окружает, это и есть ваша судьба. Страшно, да? Что это у меня за судьба такая? Что это у меня там внутри за карма такая сидит? А ведь все, кто нас окружает, они только часть судьбы показывают, потому что есть еще та судьба, часть судьбы, которую мы вообще не знаем о себе. Мы вообще не знаем, что там еще нам может преподнести эти подарки, в будущем нам ждут. Видите, как в этом мире жить интересно? И жизнь это предназначена только для одного, чтобы душа осознала, что она вечная, духовная, стремящийся к корысти, к любви ко всем окружающим, не стремящийся к квартире, машине, там, даче, огороду, а другому, другим вещам, вечным вещам. Душа должна стремиться. Стремиться означает больше для этого совершать поступков. Вот мы приходим с работы, допустим, включаем телевизор. Что мы там видим? Мы там видим только одну вещь. В этом надо себе признаться. Там видим фигу. Фигу. То есть ничего. Ничего там. Потому что снаружи нет счастья, есть счастье только внутри. Человек должен смотреть телевизор своей молитвы, когда он приходит с работы. Садиться, читать духовные книги, молиться. Искать счастье в отношении со сверхдушой. Внутри надо искать. Но для того, чтобы это понять, надо сначала понять гармонию этого мира. Этот мир имеет гармонию. Когда человек в гармонии с ним начинает жить, тогда у него трезвеет вот здесь штучка одна, которая называется разум. Трезвеет. Жить в гармонии означает жить по солнцу, по режиму дня. Солнце как-то, да? Солнце показывает путь человеку. Так? Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Вот, оказывается, что это за дорога. Дорога добра. А потом дальше, когда он уже немножко прошел дорогой добра, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. Мы там типа наслаждаемся, здесь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогой добра. Понимаете, следующий этап, это человек развитый, человек начинает жить для других. Понимаете, он перестает жить для себя, потому что он начинает чувствовать, в чем счастье заключается. А дальше что происходит? А дальше человек начинает жить для Бога. Потому что он начинает понимать, откуда все происходит. Кто управляет телом? Автоматически оно управляет. Значит, мы тупые. Тупые, если мы так считаем. Потому что это же смешно так считать, что это автоматически управляется. Смешно, но мы так считаем. Таракан тоже считает на кухне, что нога, которая к ним подходит, это явление природы. Поэтому он сматывается потом, когда явление природы уходит, то он опять вылазит, потому что он считает кухню своим домом, родным. Любое живое существо, где бы оно ни жило, он считает там себя своим родным домом. Допустим, мы садимся в троллейбус, встаем, допустим, покупать билетик, билетик купили, идем назад. И смотрим, там уже кто-то сидит, говорит, извините, мы говорим, извините, это я здесь сижу. Ну, вообще-то, извините, ты уже здесь не сидишь.
Но так как мы привязались к этому месту уже, в сознании привязались, мы начинаем скандал. Ну, люди добрые, скажите ему, что я здесь сижу. Так или нет? Я только встал билет купить, но я здесь сижу. Так? Смешно? Ну хорошо, а когда земля? Что, разница есть, что мы в трамвае сидим чуть побольше, что на земле, на своей? Какая разница? Все это временное. Это нам все не принадлежит, мои хорошие, так же, как вот это вот тело. Вы думаете, оно нам принадлежит? Если бы оно нам принадлежало, я бы мог им управлять. А я не знаю, что будет с этой рукой завтра. Может, ее так... И буду жаловаться. Козлы не вылечили меня врачи. Женя виновата, рука не понимает, сволочи. Просто тебе это не принадлежит. Приход времени, это не может быть ничего сделать. Почему? Потому что не твое. Потому что тот, кто сидит там, решил, что тебе не положено сейчас этим пользоваться. Ты не заслужил. И поэтому, и все, попитю. Вот так вот, оказывается, мои хорошие. Мы иногда положены пользоваться, иногда нет. И мы возмущаемся. В чем дело? Почему родить не могу? Олег Геннадьевич, врачи плохие, как я никто не могу лечить, родить не могу. Так ты сама виновата. А в чем я виновата? А вот это уже другой вопрос. Это надо изучать, как жить правильно. Потому что когда человек живет правильно, что происходит? У него там это пространство внутреннее очищается, и он начинает видеть свои прошлые жизни. Начинает чувствовать и понимать, вот за что я сидел в тюрьме. Вот за что. Видите, а мы не видим правильно. Почему мы не видим? А потому что не заслуживаем. Но мы же разумные люди. Нет, мои хорошие. Веды говорят, что из 6 миллионов 400 тысяч форм жизни в этой вселенной 400 тысяч форм разумных. Что такое форма жизни? Человечество – это форма жизни. Деревья – другая форма жизни. Понимаете? 400 тысяч разумных, и из них самое неразумное – это люди. Одна из самых неразумных форм жизни – это люди. Между животными человеком и разумными формами жизни – это люди. Почему? Есть доказательства. Есть доказательства. Первое доказательство. Мы не знаем, как устроен этот мир. Мы считаем себя здесь главными. Мы не знаем, что есть Бог. Мы не знаем, что кто-то управляет телом. Мы об этом ничего не знаем. Это большая проблема. Мы не знаем, что тот, кто управляет телом, он является, дает человеку голос, совесть и разум. Он является, оттуда исходит счастье. Вот отсюда. Кто почувствовал жизнь? Вот отсюда счастье прямо исходит, вот отсюда это дает Бог, цвет душа. Дальше ничего мы не знаем. Мы не знаем, что есть более высшие живые существа, чем мы, которые управляют этой Вселенной, даже есть живые существа, которые по всей Вселенной управляют. И они очень послушны воле Бога, в отличие от нас. Мы живем как хотим. Да плевал я на этот режим дня. Ну хорошо, нет проблем. Живи как можешь, значит. Ведь проблема ведь не в том, что ты будешь, я могу жить не без режима дня. Нет, это не проблема. Проблема в том, как ты будешь жить без режима дня. Что разум твой начнет сопротивляться окружающей среде, это значит, что он отупеет. Разум-то нужно очистить для того, чтобы понимать, что происходит в этом мире. Вот когда мы по режиму дня живем, что происходит? Мы начинаем чувствовать, как устроен этот мир. Начинаем чувствовать гармонию его. Мы чувствуем, что не зря утро, не зря вечер, солнце не зря, луна не зря. Все помогает жить. Так? Начинаем чувствовать, если мы сопротивляемся, мы ничего не чувствуем. Мы чувствуем только тяжесть этой жизни и все. Итак, оказывается, человечество – это слабая разумная форма жизни, поэтому мы не помним, что было в прошлом. В прошлых жизнях мы не знаем, что мы вечные, мы не знаем, можем только догадываться. Но мы изучаем много всего. Мы чего изучаем? Математику, физику, химию, менеджмент, юриспруденцию. Для чего? Чтобы жить в этом мире.
А сколько же? Очень мало. Очень мало. Та жизнь, она очень короткая. Не успел, как бы, все, как бы, чуть-чуть на ногу встал, уже все, уже стареет пора. Очень короткая жизнь. Ради чего мы стараемся, изучаем все это? Ради чего? Чуть-чуть пожил и все. Это веды говорят, человек живет для другого. Но только разумные люди могут это понять. Каждую секунду свободную в своей жизни человек должен пытаться понять, что он душа. Это можно только в взаимоотношениях с телом. Веды объясняют, как это можно понять. Смотрите, метод очень простой. Все передается от одного к другому. Веды объясняют, что знание настоящее, оно не передается через простую книгу. Книгу, если написала чистая душа, то в этой книге заложено знание. Но если эта сама чистая душа тебе прочитает эту книгу, то тогда ты это знание получишь в полной степени. В полной степени, во всем объеме. И это объясняет, что знание передается от сердца к сердцу. Чистое знание от чистого сердца к чистому сердцу или к сердцу, которое хочет быть чистым. А грязное знание от грязного сердца к другому сердцу, которое хочет быть грязным, означает цели жизни. Видите, есть разные цели. И это объясняет, если человек хочет научиться жить для себя, чтобы все было для меня, он общается с кем? С людьми, которые уже имеют такую жизнь. И он получает от них это. Человек, который хочет, это невежество, да? Человек, который хочет блестеть в этом мире, стать блестящим. То есть он хочет быть блестящим ученым, блестящим бизнесменом, блестящим правителем. Пожалуйста, общайся с теми, кто уже блестящий, самый быстрый путь. Если ты хочешь достичь такого успеха, служи смиренно и верно и слушай человека, который достиг успеха. И тебе передастся его разум, и ты сможешь быстро разбогатеть, стать славным ученым там, и так далее, кем угодно. Таков метод, самый быстрый метод, понимаете? Люди, смотрите, обычные люди, которые не знают этот метод, они как живут? Они изучают математику, физику, химию, там изучают все это. Для чего? Для того, чтобы стать очень высокое положение в обществе занять. Но разумные люди, более разумные, они становятся ближе, допустим, захотел быть у власти. Ну, стань ближе к человеку, который уже у власти. И ты будешь ближе к власти. И ты там получишь все, что ты можешь. Если у тебя, допустим, мозгов нет управлять, ну будь тогда самым лучшим дворником при царе. Самый лучший дворник – это тот, кто при царе. Он золотой метлой подметает пол. Понимаете? В отличие от всех остальных. Итак, идея в чем заключается? Будь ближе к тому, кто знает. Так? Но веды говорят, самое главное в жизни – это духовное знание. Поэтому надо быть ближе всего к духовному учителю, человеку, который знает, что такое душа, и кто такой Бог, кто такая душа, кто такой Бог, какие между ними должны быть отношения. Это самое главное знание, которое существует в этом мире. Нет главнее знания. Оно приносит самое максимальное счастье. Счастье от этого знания такое сильное, что секс в миллиарды раз слабее. В миллиарды раз вообще отдыхает. Веды даже описывают, когда человек осознает, что он душа, он испытывает такое счастье, описывается симптомы этого счастья. Волосы стоят дыбом на голове. Человека колбасит, трясет, он не может даже в сознании находиться о том, что он узнал, что он душа. А если он узнает, кто такой Бог, тогда вообще счастья просто этому нет предела. Его невозможно описать словами. Это состояние, когда человек чувствует, хотя бы просто немножко чувствует энергию Бога. У Бога есть три аспекта. Первый аспект, самый поверхностный, это энергия счастья, к которой мы так стремимся. Мы желаем счастья вам. Вот это поверхностный аспект энергии Бога, самый поверхностный, сравнивается с Солнцем. Есть солнечный свет, есть само Солнце и есть Личность, которая стоит за Солнцем. Солнечный свет означает энергия Бога, энергия счастья. Это просто энергия Бога. Счастье – это энергия Бога. Дальше существует сверхдуша.
Это представительство Бога, или как солнце, как диск солнечный, свет душа. Те, кто увидят свет души в своем сердце, они обладают полностью всем знанием о том, как устроен этот мир. У них нет ничего непознанного, веды говорят. Тот, кто чувствует свет души, нет ничего непознанного в этом мире. Дальше. Даже если он не изучал книжки, не имеет значения. Дальше. Такой человек полностью знает, кто такой он сам. Потому что свет душа, она дает знания также о душе. Человек обладает всем знанием, которое существует в этом мире. Но если человек, смотрите, тот, кто соприкасается с светом божественным, высшим счастьем, означает, высшее счастье означает сияние Бога. Он достигает вечности. Такой человек уже не рождается в этом мире. Но вечность, просто вечность ради вечности — это бред. Это не нужно. Нет смысла в этом всем. Человек, который достигает Бога в сердце, тот достигает знания. Три аспекта души — вечность, знание, счастье и блаженство. Блаженство. Так вот, человек, который осознает, что Бог — это личность, достигает блаженства. Он удостаивается любовных, высших отношений с этой личностью. Понимаете? Высших отношений. Означает высшие отношения, означает любовь. Сколько у нас времени? Ага, пора заканчивать лекцию. И сейчас мы с вами закончим практическим занятием. Вот, мы сегодня не будем повторять, я желаю всем счастья. А почему сейчас скажу? Потому что есть что-то более важное, чем повторять, я желаю всем счастья. Сейчас мы споем вам с моей супругой одну песенку. Эту песенку пела мама Господа, когда она его убаюкивала. Потому что веды объясняют, что в этом мире Господь приходит и внешне выглядит как человек, но его тело полностью духовно. Понимаете, он приходит в разные века под разным именем. И те, кто воспевают славу Бога и как поют о Боге, они обретают настоящее истинное счастье. И мы сейчас практикум с вами проведем. Мы сейчас будем настраиваться на Бога в образе маленького малыша. Вот. И у него есть много имен. И эта вся песня будет состоять из имен Бога, вот этого маленького малыша. Каждое имя характеризует ему какое-то качество. Или не делать этого. И вы почувствуете эту эмоцию отношений с Богом. Потому что веды объясняют, что с Богом можно относиться по-разному. Есть разные отношения с Богом. С Ним можно как слуга Господину относиться. Нет, первое вид отношений — это нейтральное отношение. Это медитация. Мы медитируем на Бога. Йоги, мистики, они медитируют на Бога и достигают высшего счастья нейтральных отношений. Но есть отношения, более высокий вид отношений — это отношения слуги и Господина. Еще более высокие отношения — это дружеские отношения с Богом. Представляете, на равных. Отношения на равных. Какие бывают? Еще более высокий вид отношений — это когда Богу относится как к ребенку к своему. И Бог принимает такую форму ребенка, чтобы испытать это счастье родительских отношений. Эти все отношения, которые мы испытываем в этом мире, они являются божественными на самом деле. Веды говорят, этот мир является отражением духовного мира. И все, что происходит в этом мире, является тем же самым, что в духовном, только здесь это все происходит не так, неправильно, а там все это происходит правильно. И самым высшим вкусом обладает любовное отношение с Богом. Любовные отношения, супружеские отношения. И это нам вообще не снилось. Мы не знаем, что Бог тоже может любить. Мы думаем, мы можем, а Бог не любит, не может. А как это будет любить? Понимаете, любовь принадлежит Богу, энергия любви принадлежит Богу. И сейчас мы с вами войдем в отношения родительские с Богом. Родительские — это один из самых высоких вкусов отношений с Богом. Где моя супруга? Нету здесь? А? Зовите, пожалуйста.
А у нас есть эта гармошечка? Несут. Мы можем также повторять, я желаю всем счастья, но со следующей лекции. Потому что сейчас мы уже не успеваем, я не хочу задерживать концерт. Давайте сейчас спою. Она будет петь, так как я не могу петь, у меня нет ни голоса, ни слуха. Вот. Нет, правда? Как бы она спадет сейчас, а я буду подпевать петь. И мы тоже все вместе будем подпевать. Так, слова очень простые. Кришна – это маленький мальчик, который родился 5000 лет назад. Священное Писание описывает, что это личность Бога. Это его имя означает «вселюбящий», тот, кто любит всех. Вот дальше. Галинда – это защитник. Это тоже его имя, но как, уже как того, кто защищает все живые существа. Гопал – это тот, кто пасет нас, как пастух. Знаете, Господа часто и как пастырь, который пасет всех. Пастырь означает тот, кто пасет, так? Его означает как пастушек, как пастуха, то есть он нас ведет по жизни. Тагапал. Нандалал означает любимый сын Нанды. Лал означает любимый. Любимый сын Нанды. Нанда это отец, кто, у кого Господь родился в его семье. Кришна это Гинда. Упал Нандалал. Все, все слова. То есть песня вся состоит из имен Бога. И вам надо подпевать, потому что слова простые, и пытаться понять настроение, отношения с высшей истиной. Мы сейчас будем отношения с высшей истиной строить. Если вы видите, что телом кто-то управляет, так? Значит, нужно попробовать построить с ним отношения, посмотреть на свет души, посмотреть туда, не вот сюда, вот, а туда. И это и есть медитация настоящая. Когда мы смотрим туда, внутрь, это и есть настоящая медитация. И вы не бойтесь, что у вас разные веры, потому что мы здесь как бы не пытаемся вас в веру обращать. Просто мы пытаемся сейчас почувствовать вкус отношений с Богом. Мы можем попробовать писать медитации под разные молитвы. Я проводил на прошлом фестивале это. Под мусульманские молитвы, православные молитвы. Это мы обязательно сделали тоже на фестивале, чтобы почувствовать разные вкусы отношений с Богом. У меня есть эти молитвы разные. Можем тоже под них пожелать всем счастья. Все глазки закрыли, настроились.
Кришна, Гобинда.